лишь вали сна. Навстречу солнцу раскрываются первые лепестки цветов. Зацвел наш край. Экзамены в 201-й московской школе. Идут экзамены по всей нашей стране. Самая волнующая, самая ответственная пора в жизни школьника. Радует педагога успех его ученика. Как приятно получить табель с хорошими да отличными отметками, поделиться своей радостью с подругой. Просто дыхание захватывает, когда открываешь эту маленькую книжку. А тем, кто весь год отлично учился, вручают похвальные грамоты. Торжественный праздничный день. Слава Лопатин из класса в класс переходит с отличием. А теперь... Прощай, школа. Впереди большое лето. Наступили хлопотливые дни сборов. Володя и Валерий Зотовы отправляются в пионерский лагерь. Альбом для рисования, краски, компас. Все это пригодится Валерику на отдыхе. А Володя возьмет с собой любимые. До свидания, Галочка. Ну вот и готовы в путь дорогу. Миллионы советских ребят уезжают на простор родных полей и лесов. Уезжают в пионерские лагеря дети рабочих и служащих автозавода имени Сталина. Провожают своих ребят сотрудники Академии наук СССР. Итак, в путь, друзья, тысячи пионерских лагерей приготовила для вас Родина. Ждут ребят туристские походы, далекие путешествия. По всем дорогам нашей страны зазвучали пионерские песни. Под старой рузой. Еще спит лагерь.
начала рассвета. Все слышнее на просеке шум детворы. Пионерское лето, я счастливее жизни не знаю поры. Будешь спать ты на свеженапоженном сене, ты увидишь, как волны бегут за кормой, обдерешь колючий кустарник колени, загорелым и свежим вернешься домой. Ты надолго запомнишь и озеро это, и тропинку на склоне зеленой горы. Пионерское лето, я прекраснее жизни не знаю поры. Встречает на линейке пионеры свой лагерный день. Товарищ председатель совета дружины, в отряде номер 1436 человек. На утренней линейке присутствует 34, двое дежурных. Отряд с дневным заданием готов. Председатель совета отряда Селенко. Рапорт председатель совета дружины. На флаг смирно. Флаг поднят. Впереди много радостных часов, полных солнца, веселых игр, занимательных дел. Галя Шкарина настойчиво преследует бабочку. Ага, попалась. Собрать для школы богатую коллекцию насекомых – задача нелегкая, но увлекательная. Ай! Саше Лагучину здорово повезло. Крупная стрекоза. Что делается в нашей стране? Как живут другие ребята? Об этом расскажет «Пионерская правда». Художников привлекают живописные пейзажи. Все рисуют одни и те же елки, но каждый их видит по-своему. У некоторых получается целый хвойный лес. В лесу можно весь день бродить и не соскучиться. Сколько здесь одних только грибов. Глаза разбегаются, девать некуда и мимо не пройдешь. Самый большой гриб достался самому маленькому. А может быть, это поганка? Ну, там разберемся. Тише. Ценный экспонат для живого уголка. Однако голыми руками экспонат сразу не возьмешь. Очень колючая находка. Приближается время обеда. Дома обед никогда не кажется таким вкусным. У всех превосходный аппетит, особенно у Пети Жукова после удачной охоты. Наступил час отдыха. Спать. Спят только двое. Нет, впрочем, не двое, а трое. Вожатая отряда Валя Голубева обнаружила беспорядок.
нарушителя спокойствия отправляют в живой уголок. После полдника снова оживает лагерь. Идет репетиция. Через несколько дней большой концерт самодеятельности. Ира и Лора обучают своих подруг новому танцу. Свисток судьи и красные майки сразу атакуют противника. Однако синие сдерживают их натиск и сами переходят в нападение. Вратарь синих отдыхает. Зато вратарь красных в отчаянном положении. Самоотверженной игрой он все больше завоевывает симпатию повара дяди Димы. Синие снова прорываются к штрафной площадке противника. Борьба за мяч – очень острое положение. Удобный момент. Надо бить. Удар. Гол. А тут соревнуются городошники. Здесь тоже решает успех меткость и точность удара. Любители-рыболовы – настойчивый народ. Улов не богат. Клюет уклейка да плотвичка. А над неопытным рыбаком и уклейка смеется. Все ниже и ниже солнце. Вот и кончился лагерный день. И снова утро. В городском лагере оно начинается так же, как и во всех других пионерских лагерях. На звуки горна сбегаются ребята, те, кто не уехал за город. Опоздали. Скорей, скорей. Уже идет зарядка. Во дворе большого дома по кооперативной улице в Москве жильцы с помощью комсомольцев сделали все, чтобы ребята могли хорошо отдыхать. Сегодня в лагере особенный день. К юным москвичам приехали в гости их сельские друзья, пионеры из деревни Большие Веземы. Прежде всего, хозяева показали гостям свой лагерь. Познакомили их с его достопримечательностями. Москвич Саша Фомичев обучает Толю Карасева искусству запуска змея. Веземские девочки интересуются вышиванием. Гости особенно заинтересовались кружком «Умелые руки». Здесь можно научиться делать цветы, маски, головные уборы для карнавала. И в этот же день приехал сюда любимец всех детей, народный артист республики Сергей Владимирович Образцов. Представил ребятам главного героя спектакля «Кот в сапогах». С
Смелый кот, достав костюм знатного вельможи, проникает в замок людоеда и благодаря своей хитрости избавляет окружающее население от жестокого злодея. Это я, ваша святость, я! А, вот ты где! Ну, теперь я тебя съем. Ой, не спешите, не спешите, ваша светлость. Дайте мне сказать вам несколько слов. Ну, говори только поскорее. Ну, будет сглазиться, глаза заребилось. Я так поражен вашим величием, ваша светлость, что даже онемел. Ну, хорошо, хорошо. А зачем ты сюда пожаловал? Помилуйте, ваша светлость. Про вас рассказывают такие чудеса. Так-так. А что же про меня рассказывают? Говорят, что вы можете превращаться в разных животных. Ну, конечно. Для меня это сущие пустяки. Хочешь, я превращусь во льва? Невозможно, ваш свет. Уверяю тебя. Вот смотри. Раз! А ты сомневался? Нет, я уже не сомневаюсь, ваша светлость. Но, ваша светлость, неужели вы после такого огромного зверя можете превратиться в рыбку, в мышь? Ну, конечно. Вот смотри. Раз. Кот в сапогах разделался с людоедом. Спектакль Государственного центрального театра кукол доставил много удовольствия городским и сельским ребятам. В летние дни лучшие сады и парки Советского Союза предоставлены детям. Здесь часто устраиваются детские праздники, карнавалы, на которых веселятся десятки тысяч ребят. Только нет на этих праздниках. Юные биологи московского зоопарка привели к ребятам маленького бурого мишку. А тут соревнуются авиамоделисты. Это дело требует серьезных знаний, умелых рук. У неопытных конструкторов с их моделями часто происходят аварии. Эх, какая неприятность! Но у таких, как Боря Шкурский, хорошо изучивших дело, модели очень долго держатся в воздухе. Модели юных конструкторов воспроизводят лучшие достижения советской техники. Профессор Черкасов очень заинтересован работами школьников. Движущаяся модель электротрактора. На выставке юных техников ребята увидели действующую модель землечерпалки, построенной Колей Моряхиным из Куйбышева. А модель земснаряда построил Володя Куропаткин из Омска. Гигантские машины, работающие на стройках коммунизма, интересуют всех ребят. Еще одна действующая модель земснаряда, созданная москвичами Ваней Петровым и Мишей Осиповым. Земснаряды помогают строить каналы, а по каналам пойдут корабли. Здесь соревнуются юные конструкторы плавающих моделей. Дан старт моделям парусных яхт.
деле ребята мечтают о настоящих кораблях. Школьники Батуми имеют свой настоящий пароход и сами водят его. Володя Лакисов, капитан Валерий Айдинян, испытанные морские волки. Матросы беспокоятся о состоянии своих пассажиров, но пассажиры чувствуют себя отлично. Пароход «Пионер» совершает в день по нескольку рейсов. Посадка, другие пассажиры отправляются в плавание. Они это делают с таким же удовольствием, с каким ереванские ребята ездят по своей железной дороге. Машинист Ашот Мавсисян готовится к очередному рейсу. Торопитесь, товарищи, второй звонок. Дежурный по станции вручает машинисту путевку. Начальник станции дает отправление. Интересуется всем, чем живет Родина. Пионеры колхоза «Луч» Красногорского района приехали на одну из высотных строек столицы. Московский государственный университет. Красногорские школьники впервые увидели дом великан 36 этажей. Только в одном главном корпусе будет размещено 414 учебных аудиторий. Целых 16 этажей займут библиотека и музей. Даже сосчитать трудно. Быть может, многие из этих ребят будут учиться в стенах Дворца науки с такой любовью, созданного славными строителями столицы. Пионеры познакомились со знатными людьми высотной стройки. Георгий Георгиевич Глухов заложил первый камень на строительстве университета. Ребята заинтересовались искусством гранитчиков. Иван Дмитриевич Алферов объяснил им, как производится художественная обработка камня. Возникают все новые и новые замечательные стройки. Речной вокзал, возрожденного из руин Сталинграда. Дети рабочих Сталинградского тракторного завода отправляются в плавание по новому водному пути, которого еще нет на многих школьных картах. Они сегодня пассажиры катера, совершающего рейс по Волго-Донскому каналу. Ребята увидели, что канал не только чудо техники, но и замечательное произведение искусства.
Старый Волгарь, капитан Ефимов, рассказывает о шлюзах канала. Эти огромные ворота открывают путь к другим шлюзам, гигантской лестнице, по которой суда перебираются через водораздел. Боря Бочарников очень горд данным ему поручением. Волгодонскому судоходному каналу, этому величественному сооружению сталинской эпохи, присвоено имя Владимира Ильича Ленина. Советские люди бережно и свято хранят память об Ильиче. Путешествуя по родному краю, ленинградские школьники пришли в разлив. На том месте, где в июле и августе 1917 года скрывался от преследований буржуазии Владимир Ильич, рабочие города Ленина поставили шалаш из гранита. Вот в таком шалаше жил Ленин. Отсюда руководил он большевистской партией. Здесь писал он свою книгу «Государство и революция». Сюда, на пустынный берег разлива, к Владимиру Ильичу приезжал его верный друг и соратник, товарищ Сталин. Дружба Ленина и Сталина, их непреклонная борьба за коммунизм – великий пример для пионеров. Гори – старинный грузинский город. Он дорог миллионам людей. Беспрерывной чередой приходят сюда из городов и сел взрослые дети. Под этим защитным павильоном сохраняется дом, в котором родился товарищ Сталин. Здесь прошли детские годы Иосифа Виссарионовича. Все здесь осталось так, как было в то время. Запомнить навеки, унести в своей памяти очертания заветного места, где жил Сталин, любимый, родной, давший советским ребятам счастливое детство. Велика и прекрасна наша Родина. В горах Абхазии совершают путешествие школьники Сочи. Перед ними раскрывается дивная красота природы. Здесь с огромной высоты низвергаются водопады. Встречаются исполинские вековые деревья. На склонах гор можно собрать гербарии редких цветов и трав. Ребята сделали привал у самого края ледника. Пройдена большая часть пути, но впереди еще немало трудностей. Недаром эту речку называют Бешенкой. Здесь вырабатывается умение вовремя прийти на помощь товарищу, ловкость, мужество. И вот, наконец, они у цели. Юные краеведы с преподавателем географии Алексеем Ивановичем Федосовым пришли к высокогорному озеру Рица. Оно лежит на высоте 950 метров над уровнем моря. После долгой и трудной дороги заслуженный отдых. В дни летних каникул повсюду путешествуют юные туристы, изучая свою страну и ее заповедные места.
Псковская земля, родной край Александра Сергеевича Пушкина. Здравствуй, племя молодое, незнакомое. Здравствуй, Пушкин. Михайловское, приют спокойствия, трудов и вдохновения. В этом доме жил и творил поэт. Здесь он создавал свои бессмертные творения Евгений Онегин, Борис Годунов. Ленинградские школьники услышали рассказы о тяжелых годах изгнания поэта. В ту пору его самым близким другом была няня Арина Родионовна. Вот ее домик. Почти все, что написано Пушкиным о родной русской природе, связано со здешними, дорогими его сердцу местами. Люби зеленый скат холмов, луга, измятые моей бродящей ленью, прохлад лип и кленов шумный кров, о незнакомых вдохновений. Тригорское. И вот привал под сенью древнего дуба, там, где не раз сиживал Пушкин. Недалеко от этих мест, за оградой Святогорского монастыря, покоится прах великого поэта. От школьников пушкинских гор, от псковских пионеров, от Гали Ивановой. Вечно жив будет Пушкин в юных сердцах. По всей стране путешествуют ребята. Урал, река Белая. Это плывут башкирские пионеры из города Белорецка и их руководитель Анатолий Анатольевич Сукачев. С ними их верный друг Орлик. Задача экспедиции – обследовать берега реки, нанести на карту перекаты. Тут плавать нелегко. Звено Володи Козлова зазевалось, и вот вам результат. Но какое путешествие обходится без приключений? Человек неосведомленный пройдет мимо этого обрыва, а вот Анатолий Анатольевич сразу заметил, что юным геологам стоит высадиться на берег и заняться более подробными изысканиями. Что это за камень? Ребята еще не видели такой породы. Это не что иное, как руда. Бурый железняк. У Володи Козлова и Лени Колесова еще одна интересная находка. Кристаллы чистого кварца, горный хрусталь. Советские ребята пытливые, любознательные исследователи. Они изучают строение Земли, живую природу. Аскания Нова, заповедник в степях Украины. Перед взором ребят раскрывается чудесный мир. Розовые фламинго очень чуткие и осторожны. Назад не шумите, за полосатой зеброй можно наблюдать тоже только издалека. Маленькая антилопа Кану родилась в Аскании и совершенно не боится людей. Она даже разрешает себя погладить и покормить. Удобный момент для фотографии. Но Кану отказалась сниматься. Сейчас в заповеднике происходит очень интересное событие. Редко кому доведется увидеть, как рождаются страусята Нанду. Надежда Фроловна помогает страусятам появиться на свет. Еще один новорожденный.
Приятно подержать на ладони только что родившегося страусенка. Через год эти маленькие птенцы превратятся в огромных и очень сильных птиц. Ребята не только знакомятся с живой природой, они учатся преобразовывать ее. На пришкольном участке в подмосковной деревне Кутиново юные мичуринцы собрали прекрасный урожай овощей. Ира Акимова со своими подругами вырастила отличную морковь. Надя Дьякова может похвалиться крупными тыквами. Толя Шапошников занимается цветоводством. Дине Спектор удалось получить такую высокую коноплю, что даже верхушки не достать. На республиканской станции «Юнатов» в Киеве ребята под руководством агронома Алексея Леонтьевича Денисюка создали целый сад карликовых яблонь. Дерево маленькое, а плодов приносит много. Станция «Юнатов» — это большая зеленая лаборатория. Здесь ребята применяют на практике передовые методы советской агрономической науки и добиваются высоких урожаев. Какие яблоки? Грамм на 300 каждая. Даже Макар Андреевич доволен ими. Самая счастливая пора у садоводов, когда созревают плоды. Недалеко от Ялты, в Никитском ботаническом саду, школьники села Никиты имеют свой подопытный участок. Вот когда в полной мере ощущаешь плоды своих трудов. Сельских школьников во время летних каникул полна интересных событий. В станицу Динскую Краснодарского края в гости к ребятам приехал мастер спорта Игнатий Карпович Казаджиев. От правильного рывка при старте в большой мере зависит результат бега на короткую дистанцию. Выше, смотри перед собой. Старт. Бегут мальчики на дистанцию в 100 метров. Победитель Валерий Скрипко. Теперь стартуют девочки. Они бегут на 60 метров. Первой финиширует Людмила Ильиченко. На Кубани много отличных наездников. Скачки с препятствиями – один из труднейших видов конного спорта. Им очень увлекаются школьники станицы Усть-Лабинской. Здесь от наездника требуется большое искусство. Уже штрафное очко. А этому всаднику лошадь вообще не желает подчиняться и предпочитает обходить препятствия. Побеждает тот, кто проходит дистанцию чисто и быстрее всех. Юные конники станицы приготовились к соревнованиям на большую дистанцию. Марш!
восхищенных зрителей букет вручается победителю Жоре Ленскому, но Жора не может не поделиться с товарищами. Водный спорт – одно из любимых занятий таллинских ребят. Моря золотые просторы, мы любим и ветер и зной. Вперед через реки, озера и горы идем мы дорогой прямой. Гребешки на волнах, летят белокрылые яхты далеко, и ветер свистит в парусах. Самые прекрасные уголки нашей Родины отданы детям. Черноморской Артек. Каждый новый день лагерной жизни приносит пионерам радости. Юннаты увезут с собой на память гербарий растений Южного Крыма, коллекции бабочек, Таня Петрова научилась здесь вышивать. Второй отряд третьего лагеря готовится к сбору «Два мира, два детства». Ребята всегда советуются со своей вожатой Аней Галкиной. Сегодня у них необычный сбор. К пионерам в гости приехал лауреат Международной премии мира, известный турецкий поэт, борец за мир Назым Хикмет. Вот, ребята, там море. А ведь ту сторону этого моря, моя родина, Турция, там нет никакой Артеки, там нет никакой пионерский лагерь. Там дети турецкие народа очень плохо живут. Они работают с очень маленьким возрастом. Например, вот мальчики в твоем возрасте работают на заводе, 19 часов по дню. И девушки по вашему возрасту тоже работают на заводе, на поле. Большинство из них не умеют читать и писать. Даже не видели в своей жизни, что такое тетрад, что такое букварь. Наши дети турецкого народа, голодают. Вот они даже умирают в очень маленьком возрасте из разных болезней. Нет никакой медицинской опыта. Почему так? Почему наши дети так плохо живут? Потому что у нас господствует американский империализм и их местных людей. Но не только в Турции так. В многих других странах, в Европе, в Азии, в Африке, в капиталистических странах, где господствуют капиталисты и американские империалисты, там тоже дети очень плохо живут. А вы как здесь живете? А чем занимаетесь? Послушайте, ты откуда? Я из Комсомольска. А ты? Из Алматы. А ты? Из Алматы. А ты? Из Ванзе. А ты? Из Урала. Весь Советский Союз собирался здесь. Да? Дети, нельзя.
нельзя сравнить ваши счастливые жизни с жизнью других детей мира. О вас заботится сам товарищ Сталин. Ребята горячо благодарили Назыма Хикмета за участие в их сборе. Это был последний сбор отряда. Так съезжали с гости на прощальный общелагерный сбор. Начался парад. Исполнилось 30 лет пионерской организации. В день этой славной даты товарищ Сталин прислал приветствие юным пионерам Советского Союза. От всего сердца приветствую юных пионеров и школьников в день 30-летия пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. Желаю пионерам и школьникам здоровья и успехов в учении, труде, общественной работе. Пусть пионерская организация и впредь воспитывает пионеров и школьников верными ленинцами, преданными сынами нашей великой Родины. Сталин. Праздничная самодеятельность началась с выступлением сводного хора артековцев, исполнившего песню «Великое имя». Пионеров третьего лагеря начинает Таня Пистольхорс.
Михайлова и Витя Легошин. Необъятной стране пошли ребята в школу. Станем любимыми!